Вот такие вкусные, вкусные мамины вкусняшки. Принц Оскар здесь прям так усердно грызет ухо, да, мой золотой? Мы погуляли совсем немножко, потому что на улице мокро, да и прохладно. Ну и вот уже позаскакивали сюда еще даже. Не расчесывала их после прогулочки. Ну ничего, главное, что они будут удовольствием. Так, здесь наш Амурчик и Жан. Да, вот такой наш Жанчик. Любитель, конечно, всех позадирать. Так. Жан. Вот так. Амурчику не нравится. Нет, он не очень любит вот Жанчика, потому что Жан у нас такой энерджайзер, он не дает покоя никому. Вот он, если хочет играться, значит, он будет играться, и все должны ему. Вот, поэтому, Амурчик не хочет, правильно, вот и все. А Жанчик не умеет туда заскакивать, потому что он маленький, у него короткие лапы. А Амурчик залез, ага, и снимает бантик. Вот такой красотунчик, мама тебе показывала очень красивым. Скажи, я во всем, во всех, да, позициях везде всегда красивый. Ну и красавец. Вот такой красавчик, поиски мамочек-папочек. Так, наш красотунчик, принц Оскар. Китюнь, покажися. Не? Не, скажи, я очень-очень занят. Так, и Бэбик. Бэбик тоже вот здесь вот занят косточкой. Бэбик вообще молодец, очень любит косточки, грызет, потому что это очень-очень полезно для зубиков, для смены зубов, для очистки зубов. Тоже вот утром позаплетала только резиночки. Сейчас мы прибежали все с улицы, немножко там, да, влажновато, но ну, так ничего. Пробежались, размяли лапки, немножко подышали воздухом. Ну, подсохло, ну, не совсем так, как я люблю. Но все равно нужно было им выбежать. Здесь у них очень много места. Ну, что значит, когда они бегают на улице толпой, побежали друг за другом, все погавкали, размяли лапочки и домой. Да, красавчик тут вот. Ой, давай тебе чуть-чуть. Да, уже тут пришел к маме. Амурчик тоже пришел, присела я. Так, остальные там у нас дальше. Это я показывала Амурчика и уже решила и мальчишки. Здесь они остались, конечно, они не хотели выходить, они были очень заняты. Вот, с удовольствием грызет. Бэбик вообще потрясающий мальчик. Такой он прям какой-то маленький сыночек. Умняшечка. Интересный. Так, Жан пришел уже отбирать и хулиганить. Жаносик, Жанчик, а, что-то плохо видно. Так, нет, он прогонит, Бэбик прогонит обязательно, он не даст свою косточку, он не агрессивен, но он настойчив, он свою косточку в жизни даст, будет с ней бегать, прятать ее, но несмотря на то, что он очень маленький, это микромальчик, красивенный, курносый, красавчик, больше он не вырастет. Ну, он очень своенравный в плане своего. Если это мое, то я не дам. Ну, правда, вот принц Оскар тоже возмущается, что Жан хочет, видимо, отобрать. Вот такие игры. Так. Все, началось. Что-то тут уже. Хотя, да. И мои золотые. Жанчик, ты пошел заводить всех, да? Красавец мой. Ну, поиграйте. Вот так. Да, это просто игры. Добрые, прекрасные игры. Так, пришел. Решил присоединиться Бэбик. Жан, ты поаккуратней, пожалуйста. Он маленький, ты можешь немножко его придавить. Хотя Бэбик достаточно крепкий, хоть он и маленький, но он по спинке такой плотный. Он не хрустальный. Он такой хороший мальчик. Вот. Пошли уже тут. Ну, мальчишки, выяснять, да? Нет, вы по-дружески, да, мальчики мои хорошие?
Так, все, не захотели играть. Есть тут более важные дела. Ухо очень вкусное у нашего принца Оскара. Принцик. Принца. Оскар. Нет, он так занят, что даже, видите, не обращает внимания и не смотрит на меня. Да, мои красавцы? Ну что, пойдем за остальными. Будем дальше тут играться и показывать. Вот такая вкусная сладкая косточка. Ай да вкусная. Ой, вот так вот мы с усердием. Ой, осторожно, Амурочка, помощник мой, помогает маме снимать, да? Что, что, красотулька, красотулька, не видно вас. Мама приблизила, чтобы видно было бебика. Может, мамочка его заметит. Красавец, красавец, очень прям красивый мальчишечка. Он маленький, больше он не вырастет. Вот такой красотульчик. Нравится он мне очень, очень-очень-очень. Прям, прям очень-очень. Да? Ты тоже прогулялся, он же... Такая сёрсточка, да, расчесывать надо. Ничего, сейчас все высохнет. Здесь у нас теплые полы. Я даже сделала чуть-чуть больше градусов для того, чтобы, ну, вот, высохли они. А потом расчесываю. Ну, как бы я купаю очень часто. Ну, не буду ж купать каждый день. Пробежались, побегали, побегали. И уже там... А полы вот очень теплые. Я хоть и в носочках, но прям тепло-тепло. Хорошо-хорошо здесь. Вот, поэтому мы побегаем, поиграем, во всех комнатах тепло. И потом сюда подсохли, я расчесываю. Ну, понятно, что каждый день купать я как бы не буду. Но купаю достаточно часто их. Да, мои хорошие. Ну все, дорогие друзья. Пускай они грызут, а мы пойдем дальше заниматься делами. Всем большой привет!